Эта картина – композиция на тему семьи. Здесь мама художницы, ее домашние животные и она сама. Вот, сидит за компьютером. Картина называется «Портрет в комнате». Идея зародилась еще летом, поскольку многие наши композиции, ну, в рамках нашего учебного процесса выглядят достаточно фрагментарными, ну, можно назвать их коллажными. Мне бы захотелось сделать что-то околореалистичное, поэтому еще с лета я начала собирать материал, делают зарисовки. Для Татьяны Семеновой это уже третья персональная выставка. На этой 8 ее работ. Но нельзя сказать, что они затерялись в общем потоке. Всего в выставочном зале Artrum представлено больше 350 произведений. Это и живопись, и графика, станковая композиция и дизайн. В этом году это первые персональные выставки студентов Рязанского художественного училища имени Вагнера. В этом году рекордное количество участников – 35 человек. Преподаватели стараются, дав профессию, дав академическое образование, не задавить индивидуальность. Это очень важно. Не задавить, потому что самое ценное в творчестве – это личность художника, личность дизайнера. Мы стараемся это подчеркнуть в нашей работе. И индивидуальность это чувствуется. От зала к залу, от работы к работе. Достаточно ступить шаг, и уже красивые пейзажи сменяют графические эскизы. После – портреты. Все выставочные экземпляры чередуют привычные академические техники с современными. Именно та атмосфера творчества, свободы и возможности творить, которая создана сегодня в училище, она и позволяет вам раскрываться, позволяет этому бутону таланта у вашего неординарности продемонстрировать всем нам, показать свое искусство, участвуя в конкурсах, фестивалях. И в дальнейшем, безусловно, это все поможет вам реализоваться еще на больших высотах вашей карьеры творческой. Увидеть работы студентов разных курсов Рязанского художественного училища можно в Артруме на улице Страйкова, дом 90. Выставка будет работать до 15 февраля. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».